Роспотребнадзор начал проверку точек продаж стеклоомывающих жидкостей. Цель – выявление в составе так называемых незамерзаек ядовитого вещества метанола, сообщила заместитель начальника набережно-челнинского отделения Роспотребнадзора Лилия Плотникова. Проверять будут предприниматели, которые официально занимаются производством и продажей жидкости для омывания автомобильных стекол. Если лабораторные исследования покажут превышение уровня метилового спирта, то партия будет изъята и арестована. Что касается продажи стеклоомывающей жидкости на первой автодороге, то специалисты советуют избегать покупок в подобных торговых точках.